Здравствуйте, в данном видео я покажу вам возможность, как устранить системную ошибку клавиши Print Screen. Подчеркиваю, что программную, а не аппаратную, связанную с железом. Причиной, обуславливающей данную ошибку, может быть установлено программное обеспечение, блокирующее данную клавишу Print Screen. Так, перейдем к устранению данной ошибки. Пуск выполнить, и в данном окне пишем RecEdit и переходим в редактор реестра. Здесь мы переходим в hotkey local machine, открываем, выбираем system, раскрываем, переходим current control set, раскрываем список, в выпадающем списке переходим каталог Control, и здесь я пошире открою, чтобы было лучше видно, и находим keyword late, находится чуть пониже, вот он, открываем данный каталог, и здесь мы видим ключ scan code map. Данный ключ блокирует клавишу print screen. Сейчас я вам покажу это на живом примере. Я запущу программу Paint, в который попытаюсь вставить рисунок рабочего стола, который я уже сделал, нажав клавишу Print Screen. Правда, вам это не видно. И пытаюсь вставить, вы видите, что функция вставить не выделена. Соответственно, клавиша Print Screen заблокирована. Для этого нам надо удалить данный ключ. Мы его удаляем, соответственно. И еще переходим в одну ветвь ключей реестра, где данный конфигурационный ключ может быть, но там он встречается реже. В данном случае это ветка hotkey current users. Вот она. Раскрываем данную ветвь. И здесь мы с вами видим ветвь следующий keyword late. Перейдем в нее, и как мы с вами можем убедиться, здесь нет данного ключа. Соответственно, мы с вами все выполнили. Теперь необходимо перезагрузить компьютер, и у вас должна заработать клавиша Print Screen. На этом у меня все. Спасибо за внимание.